равносторонний треугольник разрезан на равносторонние треугольники, лишь один из которых большой по площади, а остальные одной и той же площади. Обязательно, чтобы был один. Они не все одной площади, но выдающийся там только один. 24 треугольника одной площади и некоторые один треугольник другой площади. Вопрос, может ли так быть? Да, бывает. Да, бывает. Как? Вообще-то 24 – это 49 минус 25. Поэтому надо сторону разбить на 7 равных частей. Да-да-да, вот так. И вот это и будет большой треугольник. Вот. А там внизу те самые... Теперь вопрос, что такое 7, что такое 8, что такое 9? Смотрите, минус 5, да. Плюс 6. То есть 9 у тебя на картинке просто отсутствует. Да, смотрите, тут ошибка в том, что я все 3 слагаемых. Это не ошибка, это просто равенство, не относящееся к задаче. Да. Просто вот Коля вспомнил, что 7, 8 и 9 это... 24. Это 24. Теперь вот. Все нормально. Да? Вот, теперь все нормально, но настоящее равенство, это, конечно, 49 минус 25 равно 24. Между прочим, этот треугольник не обязательно было располагать в углу. Можно было его сдвинуть, понятно, да? Ну, вариантов не так много, но можно было сдвинуть.